Начались активные действия сейчас на Майдане. Если вы видите, снова началась стрельба, стараются залить, если вы видите в разбойном, стараются залить водой огонь. Ребята бросают камни. Ну, снова начались активные действия. Будьте, пожалуйста, внимательны. Там опускается, уже как сказал, Сергей, наш Беркутня, и всякое бывает здесь. Вот, будьте внимательны, потому что происходит? Очень переживаем. Снова стреляют, снова бросают гранаты. Я знаю, что сейчас на Майдане очень много белорусов, да. Я тоже ведаю, что на Майдане в Беларуси очень много. У нас есть Андрей Белорус, который стримит. Я считаю, что он понесет потом вирус свободы в Белоруссию, потому что следующая будет Белоруссия и Россия. Лично у меня нет сомнения, что мы победим, потому что человек, который я простояла здесь с 21 ноября, я могла наблюдать, что здесь происходит. Я прекрасно ориентируюсь, какой дух здесь на Майдане есть. Я уже могу ответить как политический психолог. Процессы, которые здесь происходят, я вам хочу сказать, что это просто так не закончится.